Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем, а точнее даже, скорее всего, завершаем, проходить первую часть Plants vs. Zombies. Прикол в том, что мы сейчас с вами дойдем уже до финального уровня 5.9, потом 5.10, насколько я понимаю, будет финальным. Поэтому мне, естественно, очень интересно посмотреть, что же будет в конце. Надеюсь, что и вам тоже. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и, конечно же, писать ваши интереснейшие комментарии. Но мы долго тянуть не будем, давайте сразу пойдем к делу, посмотрим, что же нас ждет в 5-9. О май гад, здесь походу собрались все зомби просто, которые только можно. Ну ладно, в таком случае я не буду брать Мэри Гольд, потому что я просто боюсь, что меня загасят. Ах, давайте подойдем к делу серьезно и ответственно. Я постараюсь задефаться просто максимально. Так, я хочу взять взрыв, я хочу взять еще один взрыв. Я думаю, что это будет идеальным вариантом, потому что... Ага, блин, кстати говоря, да, это неплохая подсказочка. А, хочу ли я взять Flower Pot? На самом деле, да, конечно же, да, без него я просто никуда не смогу деться. Естественно, он очень нужен, поэтому... Поехали, посмотрим, что мы сможем сделать вот таким вот стаком. На самом деле, у меня надежда пройти с первого раза, конечно же, не хочется много раз перепроходить, но посмотрим, как пойдет. Естественно, это все, так сказать, не 100%. Сразу высаживаем санфлауры, наша задача сейчас максимально быстро посадить максимально много. И дальше переходим уже к посадке вот этого растения, амбреллы. Для того, чтобы задефаться от, собственно говоря, злыдней, которые будут прыгать на нас и пытаться украсть наше растение. Так, ну что, я думаю, что следующий ход это будет уже... Блин, а я взял вот эту вот катапульту вместо капустопульты, да... Ну вот, кстати говоря, это может быть ошибкой. 300 солнышек, это как бы уже как бы да. Это как бы уже как бы проблемно. Ай, блин, ну короче, да, это будет реально сейчас довольно-таки хардово все. Но не знаю, посмотрим, короче, что сейчас как получится. Так, давайте я сразу сюда это поставлю. Я надеюсь, что этого мы добьем сейчас, блин. Не хотелось бы, чтобы он сожрал... Ага, он все-таки сожрет. Я не знаю, ребят, масло здесь вообще ни разу не прокнуло. Типа мы просто по КД закидывали этой фигней. Давайте сразу Twin Sunflower ставить. Здесь у меня особо вариантов нет. Я пока что не буду через Амбреллу идти. Будем ждать, пока у нас будет возможность... Ну, типа, когда кто-то на нас уже будет падать, тогда поставим Амбреллу. Я думаю, что здесь реально других вариантов у меня особо нет. Так, давайте что сейчас сделаем. Наверное, я думаю, что есть смысл поставить... Блин, может сразу поставить... Ладно, фиксим, давайте поставим так. Слишком долго будет ждать этот меланпульту, поэтому я лучше сразу так сделаю. И, наверное, на следующий ход я бы поставил вот уже, может быть, даже меланпульту. Я думаю, что это будет разумным решением. Потому что против этого чубрика нам уже как бы нужен серьезный дэмэдж. Вот, арбузом фигачить, это уже мне нравится. Это уже выглядит повкуснее. Так, и мне бы Umbrella Leaf поставить вот сюда было бы просто супер топово. Слушайте, а так-то он на самом деле нифига не это. Ну, блин, я не знаю, сможет ли он задефать или нет. Надеюсь, что сейчас ваншотнет. Да, найс. Окей. Так, давайте поставим тогда еще вот это и сюда поставим вот это. Все, этот квадрат у нас задефан, здесь все хорошо. Так, давайте сюда поставим. Я бы сюда на самом деле поставил бы еще одно вот это растение. Прекрасный арбузик, который тоже нам будет помогать. И таким образом мы сможем вот это выкопать и сюда поставить. Блин, у меня еще здесь не задефано, да? Ладно, давайте, чтобы уж все было хорошо, везде здесь поставим вот эти штучки. Сюда нужно сейчас обязательно постараться поставить арбуз. Это было бы прям идеальным вариантом, просто супер топовым. И выкопать, собственно говоря, кукурузу. Вот для меня сейчас это реально важно. Я хочу именно так попробовать сделать. Вообще у нас сейчас не самый лучший расклад, честно вам скажу. Могло бы быть, конечно, и получше, но посмотрим, как пойдет. Так, и сейчас мне нужен, получается, Umbrella Leaf вот сюда. Я, насколько понимаю, все, что происходит. Ситуация не из простых, признаться честно, но так даже интереснее, пожалуй. Все, отлично, у нас все здесь задефано на данный момент. Конечно, вот эти чубрики для меня серьезной угрозой являются, но я надеюсь, что мы справимся. Даже если мы теряем, в принципе, вот это ведро... Блин, мы сейчас можем не только ведро защищать. Надо... Ну, придется вот так делать. Задефать на всякий. Ой, тяжело. Тяжело, ребят, тяжело. Я думаю, что придется делать вот так, скорее всего.
скорее всего, придется. Но у меня здесь вариантов нет, пришлось потратиться. Просто без вариков. Так, окей, ставим сюда полюбасу. И сюда надо уже высаживать будет сейчас мелоны за 300. Каждый по 300. Это, конечно, тоже убер дофига. Но это сделать необходимо. Ну, плюс сюда, конечно, еще надо вырастить мои двойные солнышки, которые мне тоже очень сильно помогают. Сейчас посмотрим, как пойдет. Мне, в принципе, еще два солнышка, я смогу поставить арбуз. Блин, я, правда, уже стремаюсь его ставить. Это слишком близко подошло. Не, нормально, все. На него прокнуло масло, значит, мы можем себе спокойно это позволить. Я надеюсь, во всяком случае. Не, нормально, нормально, должны добить. Должны добить. Все, найс. Так, большая волна, смотрим. Если здесь сейчас сразу пойдет Гаргантюа, это, конечно, будет просто тотальный отстой. Но у меня, в принципе, есть черри-бомба. Так, отлично, это нас дефает. Все, здесь все ок. Так, ну давайте тогда, если Гаргантюа нет, мы с вами ставим двойной санфлауэр. Блин, там никто не топает случайно, а то я реально стремаюсь Гаргантюа, но... Вроде бы все ок. Так, ну и все, теперь просто высаживаем с вами мелоны, арбузики, они будут для нас делать основную, как бы, основной дэмэдж. Суть как бы именно в этом получается. Вроде бы как бы все становится немножко лучше, чем было буквально несколько секунд назад. Но посмотрим еще, получится или нет. Конечно же, это все покажет только практика. Так, ну что, мне нужен еще один мелон вот сюда, в принципе. И дальше будем, ну давайте потихоньку уже выстраивать, наверное, эти ведерки. Нам они тоже уже понадобятся. Скоро будем ставить уже новые растения. Я пока еще точно не уверен, что именно. Скорее всего, буду ставить маслица. Скорее всего, буду ставить маслица, чтобы чаще само масло прокало. И чтобы мы могли лучше выдавать дэмэдж с непосредственно арбузом. Мне кажется, это довольно топовая страточка. Потому что арбуз на самом деле выдает очень хороший дэмэдж. Я думаю, что этого в принципе более чем достаточно. Так, давайте высаживаем, высаживаем, высаживаем. Ставим еще. Сейчас вот как бы линию кукурузок сделать. Мне кажется, это реально офигенская затея. Думаю, что должна сработать. Так, окей, сделаем линию кукурузок, а дальше можно, в принципе, мне бы подкопить еще, конечно, потому что сейчас будет сильная волна, и мне бы хорошо иметь про запас черри-бомбу. Вот единственное, о чем я, как бы, в этом смысле думаю, да, это было бы довольно-таки хорошо. Но поглядим, мне, кстати говоря, надо еще поставить 150 вот сюда, вот, потому что у меня до сих пор здесь нету Twin Sunflower, а это тоже надо сделать. Давайте сделаем. Как бы это инвестиция, которую нужно сделать по любасу, просто чтобы комфортно себя ощущать. Так, вот этот, кстати, чубрик добрался до нас, да, почти что. Не успел поставить лестницу, но это было довольно близко. Все, все, пока что хватит, ребят. Сейчас будем ждать, сейчас появится Гаргантюа, если то мы сразу ставим флауэрпот и черри-бомбу. Это для меня как бы основа. Дальше посмотрим. Кстати, здесь уже не дефаются, если что, вот эти ребята, поэтому их могут украсть. В принципе, я, наверное, не буду париться особо. Пускай крадут, это всего лишь 125 солнышек мне будет стоить. Не критично. Можно жить, в принципе. Лучше, конечно, если вот этих кого-нибудь попытаются украсть, они будут все задефаны. Эта линия у меня все-таки финальная, она не задефана. Но ничего страшного. Так, 500 солнц у меня уже тем временем. Я уже могу даже потихоньку ставить мелон-пульты, если честно. Но это надо тогда по-любому уже делать под амбреллой, чтобы уж точно все было хорошо. Так, сейчас по-любому кто-то попытается украсть, я уверен, 100%. Ну-ка. Ну-ка. Они обычно прям в начале волны пытаются это сделать. Нет? Никого? Окей. Ладно, так даже лучше, по сути, для меня это вообще идеальный вариант. Давайте смотреть, будет ли Гаргантюа. Если сейчас Гаргантюа не будет, то высаживаем новые мелоны. Я думаю, что это оптимальная, как бы, тоже страточка будет. Сейчас, да. Гаргантюа не вижу, ребят, ну, значит, высаживаем. У нас уже 850 солнца. Как бы нет смысла долго тянуть. Я думаю, что здесь уже можно сделать вот так вот. Изи. Ага, здесь задефана. Вот этого украдут. Этого украдут, к сожалению. Я уже не успею, скорее всего, здесь... Да, я здесь уже не успеваю поставить. Но это даже не 125, это всего 100 солнышек, ребят. Что, конечно же, мне, по сути, вообще нифига не стоит. Это как бы полный useless для меня. Все нормально, все отлично. Так, хорошо. Арбузную линию мы с вами сделали. Все здесь тоже прекрасно. По 3 арбуза мы с вами посадили. Я думаю, что финальное решение это делать вот так. Я думаю, что я везде, наверное, посажу пампкины. Вот этого товарища, кстати, возможно, стоит уничтожить. Но я думаю, что арбузы должны его добить, скорее всего. Да, его добили, хорошо. Так, это не подорвет? Нет, все нормально. Так, ну чё, все тогда ставим просто дефчик с вами и как бы кайфуем. Все вроде бы идеально. Типа, мне даже большим и желать-то не о чем. Все хорошо.
Так, вот эти, правда, довольно близко подбираются, да? Но мы сейчас задефаемся, и все будет хорошо. Сейчас получим с вами пампкин. Все. Прекрасно, прекрасно. Ага, и вот пошел вот этот чубрик. Давайте дадим ему немножко выйти. Я не знаю, до какого момента он будет задефан, поэтому на всякий случай дам ему чуть-чуть пройти вперед. И сейчас он выйдет на вот эту линию, и тогда я уже поставлю бомбочку. Okay? Именно таким образом сделаем, на всякий случай, чисто чтобы, так сказать, не переживать. Ну пройди чуть-чуть вперед-то. Давай. Нойс. Нойс! Ой, нет! Блин, минус 300. Ладно, пофиг, у меня, в принципе, дофига солнца. Я могу себе позволить даже такое расточительство, но, конечно, вообще-то не очень приятно. Ну ладно. Все, хорошо. Тогда копим сейчас еще. Сейчас будет финальная волна, ребят, самая сложная. Я, в принципе, морально готов. Сейчас посмотрим. Вообще уровень реально долгий получается, но довольно интересный. Финальная волна. Здесь все задефано, здесь все норм. Так, у меня еще, к сожалению, череп-бомба не... так, мне нужно бы сюда закинуть. И, конечно же, нужно череп-бомбу сюда кинуть, это однозначно. Ждем. Ждем, ребята, что сказать-то, ждем. Блин, я не знаю, не, по идее должны выиграть, как бы, здесь, я думаю, шансы очень хорошие. Мы его еще подорвали немножко, как бы, успели. Все, теперь основной дэмэдж, как бы, идет с прекрасных наших маланов. Здесь мы сейчас потеряем один. Ну вот что это за мелкотня, которая меня просто гасит, блин. Просто гасит неимоверно. Ну что это? Ну добей, плиз. Так, давайте раз, два. Все, нормально. Сейчас, если что, ну я надеюсь, что добьем даже вот так с помощью меланов. Если не добьем, то просто дождемся. Не, нормально. Вообще, изи, ребят. Тупо изи. Нормас. Прекрасно затащили, мне кажется. Плюс у меня была еще и газонкосилка, если что. Так, ты не смог... Блин, вообще нифига не понятно, что написано. Тра-та-та, тра-та-та. Ладно, давайте. Следующий уровень. А, так это нифига не конец. Еще ночная крыша. О май гад. А что, может быть, будет еще водяная крыша какая-нибудь? Стоп. Погоди, это босс или это новый мир, как бы, новый... Погодите, Дэйва украли, я так понял, да? О, блин, это не новый мир, ребят, это босс. Ну, погнали, ну, погнали. Я пока понятия не имею, что это за фигня такая на ножках. Это Дэйв или кто? А его дамажит вообще, интересно? Я так понимаю, его нифига не дамажит. Я зря потратил, кстати, если по всему. Так, я не помню, как работает этот гриб, честно признаюсь. По-моему, он замораживает тех, кто рядом. Ладно, фиг с ним. Посмотрим сейчас. Такс, это пока тратить не буду. Ну, я думаю, что есть смысл сюда, наверное, будет поставить. Сюда пока поставим. Есть хлопешка на крайний случай. Конечно, я могу ее реализовать, но я не знаю, есть ли смысл. Так. Он сейчас, да, отлично, понял, хорошо. Все, тогда сейчас мы с этим расправимся. Это ставим сюда. Вы примерно поняли мою страту, я уже думаю, да? Сейчас, если он подойдет ближе, то... Не, нормально, все, тогда пока не пробуем. Давайте сюда. Опа, доктор Замбос. О май гад. Так, дамажим? Да, дамажим. Давайте еще. Продамажили чубрика вроде. Ага, стой, 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 стой. Найс, отлично справились. Прекрасно, просто прекрасно. Ну все, теперь дальше сдерживаем просто его дэмэдж. Нормально, ребят, не, я думаю, что у нас уже хорошая оборона. И я думаю, что она будет становиться только лучше. Так, давайте это сюда. Это... Давайте выстраивать, наверное, следующий ряд. Что нам, какой смысл лишний раз ждать? Просто выстраивать следующий. Я думаю, что здесь мы будем уже потихонечку все лучше и лучше себя чувствовать. Поэтому все ок. Так, если что, опять же, есть колопение. Если что-то поставим, здесь тоже как бы небольшая проблема. Так, у меня нет флауэрпота, поэтому... А, нужно сюда поставить пока что. Так, поехали. Давайте сюда. Найс, продамажили. Я так понимаю, вот это снизу, это его... Стой. Найс, найс. Тупо найс, ребят, вот просто кайф. Блин, ну я не знаю, я не хочу... А, это его хп уменьшается сюда, в эту сторону или в эту? Я что-то нифига не понимаю. Ладно, разберемся. Больше меланов, это прекрасно. Ну, в
принципе, никто критичный не пропал. Неприятно, конечно, честно признаюсь, неприятно, но никто критичный прям не исчез, поэтому все, в общем-то, нормально. Так-с, здесь я думаю, что мы должны разобраться с этим чубриком. Ну, в принципе, даже мне не особо Ага, вот с этим чубриком, я думаю, не успеем уже разобраться. Так, да, ага. Не, его замедлили, нормас. Блин, ребят, он всех запускает, просто всех зомбаков, какие только есть. Так, давай. Найс, уничтожили. Я не очень понимаю, как работает эта фигня. Не, да-да-да, вот, у него, походу, ХП в эту сторону идет. Ладно. Что? Блин, я могу еще одну, блин. Только два хлопения успел вкинуть, но ничего страшного. Давайте я тогда выставлю всю линию, в принципе. Все нам тоже долго ждать. Мелон здесь... Блин, а я успею? Не успел выдавить. Вот это печально, это реально печально, это серьезная потеря. То, что мы мелон потеряли, это прям неприятно. Давайте сразу выдавим здесь тоже, хочу, чтобы он оставался. Потерять арбузик, это прям really плохо. Ну, ничего не поделаешь. Что есть, то есть. Вот, арбузик мы возвращаем. Так, что он сейчас делает? Наверное, сейчас огонь сделает. А, это еще. Ай-яй-яй-яй-яй, блин, мой косяк, ребят, сори, мой косяк, я, конечно же, здесь сам затупил. Ты офигел, что ли? Что он сделал только что? Так, ладно, это было неожиданно и не очень-то приятно, честно вам скажу. Блин, у меня здесь вообще линия так отстойна, полностью отстой. Ладно, мне придется его уничтожить, чтобы не потерять хотя бы капусточку здесь, но... Ой, еще и верхом сюда. Слушайте, а чё-то уровни-то пошли нифиговенькие. Заморозим, а это вообще не замораживается даже. Прекрасно вообще. Просто обалденно, я бы сказал. Что делать? Вливать сюда это? Никто же не особо хочет. Капец, ребята, так-то уровень-то, я бы вам сказал, серьезно хардовый. Мне ничего не падает. Мне не падают просто нормальные растения, которые могут мне сделать здесь какой-то импакт. Я даже реально затрудняюсь сейчас сказать, что мне нужно делать. Так, сейчас перепрыгивать. Да. Задамажит его. Его даже не дамажит газонокосилка. Офигенно, просто офигенно. Мне даже сказать здесь особо нечего, ребят. Но это, конечно, просто тотальная жесть. Его даже не задамажила газонокосилка. Ладно, тогда нам эту линию сейчас нужно попытаться. Офигенно, еще минус мелон. О май гад. Это жестко. Это жесткий уровень. Я сейчас не знаю, смогу ли я что-то сделать, ребят. Я стараюсь, конечно, по полной. Вроде бы дэмэдж наносится как-то, но, сами понимаете, наносится он очень даже так себе, я бы сказал, так себе. Ладно, с этими вроде бы пока справляемся, плюс у нас еще халапенье имеется. Арбузы, конечно, делают свое дело довольно жестко. Давайте сейчас подождем, сейчас если он заморозку вкинет или что. Давай. Давай. Ну. Да, заморозку. Да, да, ну, типа, я думал, что он на нижнюю идет. Да, мне даже не хочу ничего говорить, капец, босс, конечно, нифига никак во второй части, что-то он здесь совсем какой-то на стероидах, блин. Так, давайте сюда поставим, чтобы чисто этого сбить, короче, да. У меня много халапеня, я могу, конечно, постараться в следующий заход закинуть просто максимальное количество халапеня, сразу все три штучки, например. Maybe, maybe, прям вот просто maybe это как-то поможет. Maybe не поможет. Как? Тогда, конечно, будет как. Так, давайте. Раз. Два. Три. Чё он? Ага. Нормас. Есть. Или нет? Так, есть. Ну чисто с помощью гигантского количества халапеня мы с вами затащили. Конечно, это было, ребят, ну честно вам скажу, непросто. Серебряный какой-то подсолнух нам выпал, а что не золотой, я не понял. Не пон. Так, выполнил адвенчер мод. Окей, ты победил, больше не будем есть мозги. Мы просто хотели сделать музыкальное видео с тобой. Твои зомби. Чё? Музыкальное видео со мной? С Чинаски, в смысле? Где написано Чинаск Непол? Так, подсолнушек. Танцует. One, two, three, four.
There is a zombie on your lawn. Я не буду петь, не буду мучить ваши уши, ребят. Но тусовочка неплохая такая. Смотрю, под солнце зажигает как надо. И водяные зомби здесь оказались, и обычные зомби тоже. Вот это голосок у нашего подсолнуха. Нифига себе. Просто. Я просто подсолнушек, но видишь, моя мощь безгранична. Ты любишь вкус мозгов, но мы не любим зомби. Ну что, ребят, я думаю, что потихонечку можно уже заканчивать. Финалку, конечно, вы можете посмотреть уже на ютубе самостоятельно. В принципе, мне очень понравилась эта игра, реально прям погружение в прошлое, так сказать, ностальгия Алды здесь. И концовка прикольная, вот этого не хватает в современных играх, реально концовка полная, стой. А вот это прям реально топовая, прям вот чувствую, что не зря играл, если честно. Пишите комментарии, хотите ли вы, чтобы я продолжил, собственно говоря, играть в эту игру. Есть, конечно же, испытания, есть пазлы, есть еще чем заняться, поэтому пишите, с удовольствием прочитаю ваши комментарии. Ну а на сегодня, пожалуй, что все. С вами был Чинаски, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до скорой встречи и оставляю вас с концовочкой. I like your tricycle. Самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах, запомните их и присоединяйтесь.